Ваших коллег, ваших друзей из прекрасной тройки команды Виктора Дробыша на главную сцену. Поддержим их! Дорогие наставники, уважаемые наши продюсеры, всего два слова. Кто проходит в полуфинал? Дробыш поставил нас в такую ситуацию, совершенно невозможно. Я не понимаю, что делать. Пожалуй, все-таки группа, я не могу запомнить название ее. Вот. Вы имеете в виду Керси? Керси, да, Керси. Ну, правда, сложно очень выбирать, потому что каждый раз прямо вот по-живому. И до конца не понимаешь, что сказать, да, вот до последнего момента. Я все-таки проголосую за Колю. Я за Таню. Таня Сандей. Мнения разнятся. Все может решить голос Уолтера Афанасьева. Нет, пожалуйста, или всех, или никого. Я не знаю, как выбирать. Или всех, или никого? Я не знаю. Это просто тройка такая попалась, что это просто мечта со всеми работать. Я вот так считаю. Это не моя команда, но, может быть, как-нибудь попаду к вам. Я не знаю, как. И тем не менее, Уолтер, мы вынуждены вас просить назвать имя полуфиналиста. Я вот Таню. Выбираю. Таня, мисс Саундей. 1-2-1, да? Да. Ну, уравняем шансы, Кирси. Спасибо. Да, Коля. Покидает главную сцену. Спасибо, ребята. Спасибо этой прекрасной команде. И вам, мира спорта, рок-н-ролла вам. Уважаемые дамы и господа, аплодисменты прекрасным одесситам группе «The Коля». Они, конечно, были изюминкой наших отборочных туров и сегодня показались неплохо. Но, увы, по законам нашей программы, нашего шоу, остались группа «Керси» и Таня «Мисс Саундей». И членам нашего жюри, нашим наставникам нужно еще раз переголосовать. Я останусь при своем мнении. Полуфинал Керси. Проходит группа «Керси» по версии Игоря Матвиенко. Максим Фадеев. Полуфинал проходит. Я тоже при своем мнении. Мисс Саундей. Мисс Саундей, да. Группа «Керси». Но я все-таки за Таню. Все-таки за Таню. Опять 2-2. Но ситуация отягощается тем, что остался последний голос. Голос маэстро Виктора Дробыша. И вам, Виктор, видимо... Такова судьба. Вам и решать, кто из них проходит в полуфинал. Можно я нарушу правила и стану с своего стула? Тань, подойди ко мне, пожалуйста. Можно. Можно я тебя обниму? Сейчас пошепчутся, что-нибудь там придумают. Спасибо тебе большое. Прости меня, пожалуйста. Группа «Керси». Группа «Керси». Таня, вы покидаете главную сцену. Спасибо большое. Слово победителям группе «Керси». Ребята, выйдите на авансцену. Вот они, новые герои нашего шоу. Вот они, полуфиналисты. Ребята, пару слов. Это было реально волнительно. Спасибо большое, Виктор, что уравняли счет в нашу пользу. Вот мы вас не подведем. Ребята, спасибо и вам за участие. Спасибо вам, ребята. И если честно... Я скажу вам то, что я никогда не думал, что окажусь на этой сцене. Я обычный парень из Кемерово. Просто-напросто у меня есть мечта. И, знаете, она сбывается. Прямо сейчас моя мечта — играть музыку для людей. Извините, я немножко переволновался. Не переживай, все нормально. Всем спасибо большое.